гордость переполняет меня, когда я приезжаю в Tokyo Motors, родину Subaru в городе Магнитогорске. Почему переполняет гордость? Да потому что в этом салоне, практически в единственном городе салоне, есть практически весь модельный ряд фирмы Subaru. Ну, если что-то не хватает, привезут на заказ. Ну и кто-то из внимательных зрителей и типа благодетелей программы «АвтоСтоп» может сказать, что прием-то известный. Да, прием известный. На нашей площадке было 3 машины объемом, суммарным объемом 11 литров и мощностью 900 кобыл. Вот здесь 5 машин суммарным объемом 12 литров и мощностью 1100 лошадиных сил. Subaru удивляет. Ну и чтобы окончательно убедить вас в способностях Subaru, мы решили устроить вот такое гала-выступление практически всей модельной линейки этой знаменитой фирмы. А еще этот тест-драйв поднялся в рейтинге автостопа на 2-е место и получил почетное серебро в номинации «Самый дорогой». Суммарная цена этих авто приближается к 200 тысячам зеленых. Но это Subaru, полный привод и спортивный дух, поэтому ужастиков вы не увидите. А вот это вызовет у вас и удивление, и восхищение. Конечно, можно долго и упорно расхваливать автомобили марки Subaru. Можно их даже не показывать, как делают тут наши коллеги. В движении имеется в виду, брать коммерческое видео. А мы вот кое-что забыли, когда в последний раз ездили в красной импрезе. Знаете, что такое? Это очень удобная помощница, система противоотката. Особенно это удобно для девушек. Кто-то может сказать, да у вас, наверное, коробочка, автомат, там машина назад не катится, сразу тормоз опускаешь, поехали вперед. Здесь механка. Ну и что, система в действии. Вот небольшая, но неприятная горочка. И на заднем приводе здесь бы, конечно, вот так вот делать не надо. Все, тормоз. Отпускаю тормоз, вот она, нога. Все, добавляем газ. Ну и цепкая пантера пошла вперед. На горке. Как вам такой полный привод? Первая Subaru в жизни. Пятая. И все Subaru. Все Subaru. А другие машины были? Были. Были BMW. Другие машины были. Много всяких разных. Subaru лучшая. Сколько лет вообще в руле? 12. А сколько в руле Subaru? Subaru, наверное, года 4. Последнее приобретение, это уже из салона. Tokyo Motors, насколько это серьезно? Это очень серьезно, то есть мне нравится, как люди работают. Доверяю полностью свой автомобиль. Нет, претензий вообще нет никаких. То есть делают машину достаточно профессионально. Как человек опытный и владелец Subaru, насколько сложна Subaru в ремонте для владельца? Не знаю, у меня пока не ломались еще. Ни одна. Чем меня лично порадовала ледовая субаровская битва в преддверии чисто мужского праздника. Потрясающая управляемость и мощность. Забегая вперед, скажу, не обязательно под капотом иметь 3 литра или наглухо оторванный турбовый STI-ный вариант. 165 кобыл и гораздо более скромная порция в зеленых, и битва субариков выиграна. А еще эти варианты на механке с полным приводом позволяют вам осуществить такое торможение двигателем, которое не позволит переднему приводу стать неуправляемым на льду, а заднеприводного не введет в занос. А на выходе – ляпота. Формула 4:3 плюс блокируемый дифференциал и ускорение, которому позавидуют многие. Но хватит получать. Посмотрите на танец и ощутите преимущество Subaru.